Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Неделю назад, где-то так примерно, я зашла в проект Bcoin, где нам без вложений можно зарабатывать, дают заработать Dogecoin, так как нам при регистрации дают 100 монет догов. Вывести мы эти монетки не можем. Они сразу становятся в депозит. Вот, но я закинула еще 200 долларов помимо бонусных. Вы же работаете на бонусные. Так, депозит. Сейчас я нажму. Так, депозит. Вот, вот это первый мне 100 Dogecoin'ов дали по 200%. Проценты без вложений я спрашивала в поддержку. Вот здесь онлайн поддержка спросила, без вложений можно, дадут вывести бонусные денежки. Ответили, да, можно. И вот 200 я свои закинул. Сначала 100 долгов, потом еще 100 долгов. Далее у меня на балансе было 122 Dogecoin'ов. 120 Dogecoin'ов я сегодня поставила на вывод. Вот у меня 2 Dogecoin'а осталось. Вот все мои начисления идут ежедневные. Вот 9, 10. Вот. И вот мои доги. Значит, WinDraw. Платит, друзья. Проверила на вывод. Все замечательно. Вывод пришел где-то минут через 30-40. Вот так примерно. 120 Dogecoin'ов пайт. По завершенной. Переходим сюда на кошелек. Нажимаю трансфер. И вот 120 Dogecoin'ов. Я думала, придется 119, так как здесь написано, когда я выводила вывод, что комиссия 1 дог. Вот. Но почему-то у меня не сняли комиссию. Как ставила на вывод 120, так и пришло. Вывод идет от 5 минут до 6 часов. Сюда прописываем сумму. Сюда платежный пароль. Я указывала пароль, который при регистрации. Я с этими паролями там в настройках вообще запуталась. Вот. Все замечательно платит. Здесь вот эта вот транзакция. Если мы нажмем... Я, правда, здесь ничего не понимаю, но тем не менее. Вот. Вот. Мой кошелек, мои 120 долгов. Детали. Так что все замечательно, проект платит. Без вложений зашли. Сразу никуда нажимать не надо. У вас сразу автоматически эти 100 долгов идут в депозит. Накапала проценты, минимум 100 долгов на вывод. Вот, на когда накапает, или 100 долгов выводите, или ждите 100 дней. Вот, как бы 200 долгов, и пожалуйста. Или можно даже депонировать из заработанных денежных средств. Я вот выбирала план А. У меня больших сумм нет, как бы. Вот на 100 дней. План А. И можно что? Минимум 50. Сюда прописываем сумму. Ну, например, 100 долгов, да? Далее переходим сюда. Вроде можно из заработанных денежных средств. Потому что... И что у нас здесь? Так. И вот здесь две вкладочки. Давайте переведем на русский. Что мы здесь? Оплатить с баланса. Вот.
когда у меня будет еще 100 долларов, конечно, я еще сделаю депозит. И оплатить напрямую с кошелька. Вот можно с баланса оплачивать. Нет. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Работает, платит. Все замечательно. Поддержка отвечает. Я с поддержкой общалась. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать периодически мониторить этот проект. До новых встреч!